Всем привет! Вы на канале Мир Банкнот, с вами Артур. И сегодня вскрытие очередной посылки, распаковка и обзор. Запечатано. Все. Начнем открывать. Надо было открывать. Угу. Так, одеваем перчаточки. Делаем ближе экран. И начинаем наш обзор. Первая банкнота. Аргентина. 1 песо 1983-84 года серии. Из этой серии у меня есть 5,50 песо. Портрет генерала Хосе де Сан-Мартино, одного из руководителей войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке. Национальный герой Аргентины. Оборотная сторона. Национальный парк Ляо-Ляо в регионе Барилоче. Так, следующая банкнота. Куба. 3 песо, 2004 год. У меня есть 1 песо и 5 песо. 1 песо 2011, 5 песо 2014. Это 3 песо 2004 года. Портрет Эрнесто Че Гевара. Всем известный латиноамериканский революционер и команданте кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель. Оборотная сторона. Че Гевара в полях сахарного тростника. Так, следующая банкнота. Заир. 5 Заира 1985 года. Лицевая сторона. Изображение Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду Ва Забанга, более известен как Мобуту Сесе Секо или Жозеф Дезире Мобуту, президент Демократической Республики Конго. В 1971 году Демократическая Республика Конго переименована в Республику Заир. И она просуществовала под этим названием до 17 мая 1997 года и была снова переименована в Республику Конго, в Демократическую Республику Конго, или Народную, уже не помню. Обратная сторона. Гидроэлектростанция. Следующая банкнота. Кения, 50 шиллингов, 2010 год. Из этой серии у меня есть 100 шиллингов, тоже 2010 года. Интересны мне банкноты этой страны. На лицевой стороне изображен первый президент Кении Мзи Джомо Кенията. Оборотная сторона. Бивни Момбаса. Бетонные слоновьи бивни в виде буквы М. Визитка Момбасы, второго по величине города Кении. И также караван кочевников на верблюдах. Такая вот красивая банкнота. И последняя банкнота. В принципе, я все, весь заказ сделал из-за этой банкноты. Мне не хватало в коллекцию банкноты Украины. Это 10 гривен, 2006 год. Вот год, 2006. Портрет Ивана Мазепы.
подпись «Стельмах». Мне нужно докупить 2005 год, которая недешево стоит, «Красный Мазепа». Так вся серия у меня уже есть. И оборотная сторона. Панорама Киево-Печорской лавры. Так что можно сказать, я эту серию закрыл. Вот. Вот такая вот посылочка. Весь заказ. Эти я просто докупал, потому что цена была приемлемая. И решил, почему бы не взять, чтобы оправдать пересылку. Не буду же я одну банкноту заказывать. Я не могу заказывать одну банкноту. Мне приходится обязательно брать что-то еще. Такой-то. Так вот привык я делать. Так, значит, здесь 5 банкнот, 5 стран. На этом обзор этой посылки заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем нажимать колокольчик и следить за следующими выпусками. С вами был Артур. Надолго не прощаюсь. Всем желаю добра. До новых встреч.